смотри внимательно на экран. Все звери и Маша икают. Они решили попробовать отвлечься небольшой игрой. Кто икнул? Запоминай, в какой последовательности звери за столом икают. И потом повтори, нажимая на зверей в правильной последовательности. А теперь попробуй сам. Вот увидишь. В этом нет ничего сложного. Переходим к игре. Правильно! Ну как? Помогло? Отлично! А теперь... Правильно! Ну когда же это все закончится? Отлично! Все, последний раз пробуем. Отлично! Ой, кажется, никто больше не икает. Молодец! Ты отлично!